Успокойся. Нет. Типа, одень блядь. Свои очки, циклоп, блядь. Какой циклоп, блядь? Ну вот. Ты вон циклоп, нахуй, не веры, блядь, в глаз, блядь, пидор, ёпи. Что так ещё ты, блядь? Джин Грей! Ты контролируй себя, блядь. Джин Грей! Росомаха, ты дал мне в рот, я понащусил запах твоей спермы. А что, что, где это? Где это великое действие? Слушай, ты мудак смотришь за стапку, блядь. Джин Грей. У меня три. Правильно, нахуй, за стапку. Так, ну, дайте мне прощаться. Женя вообще... Женя вообще напрягается, блядь. Сзади стойте. Давай, 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 прокачивай. Может, вообще постоим, пока на начале, блядь, так входа, блядь. А что за Джин Грей? Сейчас будет, подожди. Сейчас Росомаха трахнет Джин Грей. Сейчас, мы ждем пока, нахуй. Во, во, блядь, сейчас пойдем. Смотри. Нее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 ee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 
Смотри, когда ты сами нахуй рубить-то, блядь, догадался. А, я так понял. Да за что, Мишань, первый? Есть какой-то интеллект, блядь. Догадывался. Подождите, да вот качает. Я крипов на ауду пизжу, блядь. Знаете, да вот добьет, блядь. Бля, Михи, заебал все киллы, пиздишь. Видел же, что я убиваю, блядь. Киллер ебан. Что, здесь проводятся тайные опыты? Нее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 ee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 
Пацаны, а может дадите ударить кого-нибудь? Чё мы дадим? Я просто не виноват, у меня сила не контролируется. Так, подождите, у меня уровень. Надо качнуться. Блядь, подожди, ну хватит, ты удал до уровня спиздил, блядь. Дай мне качаться, блядь. Скользит. Можно я теперь буду шторм? Давай, давай, давай. Голодай, иди, шапки, блядь, а с нами это бегает, прям один в один нах помощник Сузэля. А как ее звали? Блять, там Селина, что ли, блядь? Рене или, блядь? Или... или Зине, блядь, нам еще раз сюда. Она еще потом боевой стала девкой. Куда? Достижение олимпиец. Я, кстати, знаешь, что я понял? Я вот бегу, блядь, от вот какого-то тут... Оп, мне вообще не упало. Почему что я сделал? Странно, да, Миш? Ты же 33 уровень, ты же такой опыт. Да. У Давуда хоть меч там нереальный. Широкую, на широкую, ребят. Видели такой видос? Там смешной видос в мире. Широкую, на широкую. Такой, что по видео, как здесь это понятно. Да, он.
Целых 717 опыта. Если есть имиш рот, значит хуёный сосед. Я. А у тебя на русском они говорят, у тебя субтитры? У кого? Да я там, мне похуй, я там. Не, у меня всё на русском там. Речь тоже? Да. Бля, а я смогу к ним прыгнуть туда, вот туда, вот сюда? Нет, блядь, колдун Вуду нахуй говорит мне, как колдун Вуду, а как, какой-то, блядь, Эмари ебаный. Эмари? Все по-русски, да, блядь. Ну там хуёвый какой-то, блядь, переводчик. Вообще не просто не похож на кап. И, естественно, у этого монаха тоже, блядь, голос рубит. Первый ли заставу Хасин, блядь? Лаша, где твоя мать? Он нахуй. А я тоже так могу. Оп! Вот так вот нахуй. Вот так вот. Кандалы терзания есть у меня вот. Слушай, ну такое бывает, ты может хуёво подтёрся, просто посидел, спотел маленько. Я сижу в своей комнате, блядь, несёт просто, как будто, блядь, канализация. Ну я тебе говорю, ну хуёво подтёрся, блядь. У тебя туалет в центре комнаты. Черкаш оставил, блядь. Черкаш потёк, ёп. Ёптай, блядь, где застал Хасим уже, блядь? Заставай. Что, блядь, там своя диалога. Стой, держи пидора, блядь. Вливай ему дымак, блядь. Дымак. Зачарпленные, пацаны. Я тебе прыгнул не в тему. Ты знаешь, Миш, помнишь, ты просил, короче, DVD-сборник, блядь, всех серий Зачарованных, я тебя нашел. Да. Дыма поднял, еще к тому же не опознан. Лицензионный с переводом. Я буду играть Тираэлем. Типа я Тираэль, чуваки, представь. Сфоткай, типа я Тираэль, блядь. Сфоткай, типа я Тираэль. Погодь, где ты там нахуй? Отойди подальше маленький, отойди подальше. Отойди от Мишани, Мишани, отделись, блядь, от кучи нахуй. Сейчас погодь, блядь, нахуй, сейчас пытаюсь козырять. Все сладким дерьмом пахнет, кого-то пытались освежить воздух. Замаскировать запах. Видишь, блядь, а он мне нахуй снял нахуй рабочий стол, блядь, что за дебилизм, блядь. Ладно, пойдем пизду. Не получилось сфоткать. Да, я еще и фотографировал, что ладно, я еще не фартанул, блядь. Счастье такое, блядь, крусейдер, блядь. Слушай, а должна же быть кнопка нахуй этого? Дьявол там, по-моему, есть, там, блядь, настроить. Смотри. F12? Diablo was the youngest of the five evils, but I found him the most dangerous. Мне кажется, мы нашли что-то стало хорошо. Ну и что, считай, как бы. Ребят, уже будет сейчас пиздолки нереальные, эти мрази все тратятся, мрази. Блядь, спойлер немножко, да? Ой, спойлер, который предотвратит действо, блядь, в течение одной минуты. А, не, они еще не снимают, но... Вообще беспонтовый, Михей. Ай, ворот вообще бамит. Не по понятиям. Широкий, на широкий, блядь. Мы же здесь были уже, не? А, мы типа освободили настоящих пацанов, да? А, мы были здесь уже, нахуй.
Да. А, open zone. Вот, вот, вот. А, у нас уже полы. Бля, ты съебался. А Женя потом нахуй просто выкинул, блядь. Лавировал, лавировал, блядь. Вынесу? Да, и ты съебался. Я действительно съебался. Так бомбил жестко. Это все работало, ребята. Да мы привыкли, да, вот что кидаешь, блядь, ребят. Пацан. Ты понимаешь, 9 часов разницы. Stay behind me. Take this. Уж не нос, что рот, живешь в говенной стране. We will meet again. My mistake. Блять, идем или что, туда Red Dog выжить? I'm sorry. Time to die. Куда идти? А он можно портальчик можно. Find Annalus. Можно вот здесь вот почистить. Да, вот как раз Анналусы найти. Апнется, блядь. Если, по-моему, пиздатый какой-то монстр, что-то я не помню, по-моему, да. А что, почистить? Да. Какой-то, блядь, по-моему, монстр есть, блядь, пиздатый. Я не помню, только здесь или там где лес, нахуй. А откуда у него такие крылья, блядь? А он отсосал у Гейба, блядь. Левел дают, а тебе нет. Подождите, пацаны, дайте мне. О, бля. Да вы заебали! Валя, выйдите из боя, дайте мне. Ёб твою мать, дайте мне. А, ну давайте подождем, да, не может быть. А, ну сейчас, наверное, уже можете идти. Просто меня какая-то какашка атаковала. Ладно, ладно. Запах прошел. Ну, смотришь, отбежали, видишь, запах прошел. Пошли вы! Блять, мы вниз или наверх? Да, это дает один армор за каждые три каких там процента КП, помните. Даже нет. А как вам моя адская лошадь? Не хотите смотреть мои скиллы, да? Ну так и скажите мне тогда. Адскую. А адскую ты видел? Я до 29-го прокачал. А-а-а. Ну ты пидер, блядь. Так что соси. Сундучок. У тебя не было, я закрутил. Ого-го. Можно стать вот таким огромным пидером. А, да, вот это мне понравилось. Что я сделал? Я прям пиздо бутылей. А, нет, что, в другую сторону. Засоряет эфир. Засоряет эфир говно у тебя в комнате, вот, которого воняет. А тут есть такая болезнь, чувак, когда чувак потеет, от него мочой нахуй говном пахнет. Такая хуйня есть, да, я говорю серьезно. Это я знаю, да. Это очень страшная болезнь, прикинь. Прикинь, реально, в общем-то, так маленько нахуй вспотел так чуть-чуть. А особенно прикольно, когда ты тёлку ебёшь, да, это ништяк вообще, блядь. Вот это вообще просто кайф. Сейчас я пропотею. Вон там пройдешь. На этом пройти. А, ну давай пойдем. Че и камзо? Мне кажется, только мочу по болезни, не? По-моему, говном тоже, блядь. Поверь мне, я переболел ты хуйня. Типа как ветрянка, блядь, лучше в детстве переболеть. Да. Я в детстве и так говно всегда пахнет. Ахуя, да, действительно. А почему нет, блядь? Димак. Я чувствую, здесь я буду просто лютая нахуй такая.
монстр, бля, какой-то пиздатый будет, стопудово. На первом уровне? А если, наверное, всего один не приведет? А мне, кстати, на самом деле даже резонно спать ложиться нет, я так думаю. Нахуй спать. Да, нахуй спать, я тоже так считаю, да. Sleep is for the weak! Слышь, да, вот, а у вас спайсуха есть? Бля, как тебе объяснить? Бля, даже не знаю. Типа трава, нахуй, но искусственная, бля. Ну, она типа медицинская спать. Трава, она типа такая, да, искусственная, нет разве? Нет, это, короче, искусственная, блядь, трава чистая, блядь. Грубо говоря, зеленый чай с брызгой химозы, блядь. Просто если нет, я предлагаю тогда начать торговать спайсником. А, нет, смотри, нахуй, второй уровень есть, пацаны. Все, пойдем, пойдем, покачаем Дауда с Мишей. А в России вообще нелегально, да? У нас вообще все нахуй нелегально. У нас наркоконтроль не то, что ваш наркоконтроль, блядь. Какой? Че легальный? Абсент. Да, почему он должен быть запрещен? Тут абсент запрещен. Ебану, нихуя себе. Какие, блядь, это хуйня все? Вот спайсуха, блядь. Угар вообще. Да, блядь? Чуть нахуй с этого не... Чуть, блядь, с окна не шагнул, блядь. А нахуй, блядь. На что Питера можно жениться тут? Так что... Ну, блядь, что я в пас переезжаю. Ну, а тут нам с Мишей приходится в гражданском жить, блядь. Напрямую, такой нечислый. Ну, я люблю абсент, поэтому Женя не поедет. Из байсухи там нет, я же угорел. Да, блядь. А окна у вас есть, блядь? Четверг нахуй, блядь. Четверг, блядь. Че за брать? Четверг, блядь. Четверг. Ой, бля. У меня, пацаны, не такое ощущение, что меня еще пизды здесь наваляют так вот так. Между делом, блядь. Вот он, пиздатый босс. Где он, блядь? Хуйня какая-то напад. Тут где-то был босс, пацаны. Посмотрите, может, лут где лежит. О, обелиск. Прям как космический Одиссей. Пацаны, у вас трубы отопления у вас выключили или нет? Не, у меня нихуя. А, у меня тоже. У меня, походу, дела нет. У тебя, походу, дела вообще не отопление. Да, у тебя вот есть отопление. Не, на самом деле, меня не отключили, меня немного напрягает, потому что жарко было. Можешь, у тебя там болезнь, ты потесишь просто. Да нет, вроде главного не воняет. Я пот, я не помню, что это. Ай, блядь. Пойду на пизде отгреблю где-нибудь здесь, блядь. Отгреблешь? Мне же нахуй тут, в принципе, с моей спайсухой здесь как-то лутать нечего, блядь. Блядь, нечего. Я догнал бомжа. Тебя воняет бомжом? Я догнал бомжа тебя, то есть. Ах, тебе говно не воняет. Все, уходим. А, неплохо, без пункта. А мне нахуй звонит, я вам сейчас приду.